весна, весна, это прекрасно. Все пробуждается от зимней спячки. Начинается пора любви. О, эти взгляды, эти вздохи, эти ахи, эти ухаживания, эти прогулки теплыми весенними вечерами. Не знаю, может, раньше весна и была порой любви, но сейчас-то скорее уж зима. Зима – пора любви. А почему? Ну, какие прогулки, какие ухаживания. Сейчас любовь начинается сразу, со спячки. Игорь. Юля. Игорь, как здорово. Я прекрасно, что мы наконец с вами там. Это ты? Да, ты в жизни еще лучше, чем на фотографии. Спасибо. Пожалуйста. Ты помнишь, какой сегодня день? Да, мы с тобой, с тобой вот ровно год назад познакомились в интернете. Это было прошлой весной? Ну, мы же в чате познакомились. А, да. И потом чатились всю ночь. Сразу же. Да. Ой, как все это было стремительно. Да. Как прекрасно, что вот сегодня мы наконец-то встретились уже не виртуально, а, так сказать, вживую. Вот именно. Вот в этом доме живет мой приятель. Он сейчас в командировке. Может, мы к нему... Да, конечно. Так, тортик. Ну, тортик я на язык пока не буду. Свечечки я не втыкала, потому что тортика не хватит. Да и свечечек. Ну, давай. Дорогая. Я надеюсь, что дорогая. Сегодня день твоего рождения. Ну, какая новость, Златоустова. Давай. Я хочу сделать тебе подарок. Это естественно. Подарок, который будет долгие годы напоминать тебе о моей неугасимой любви. Заинтриговал. Даже тогда, когда меня уже не будет. Так, ближе к теме подарка, пожалуйста. И пусть этот подарок будет для тебя бесценным. Сошел с ума? Петя. Петя, это то, о чем я мечтала? Да. Мамочка, это бриллиант. Подожди. Это бриллиант. Подожди, не открывай. Только скажи. Да, это бриллиант. Сошел с ума. А что такое бриллиант? Алмаз. А что такое алмаз? Ну, я не знаю, я не помню. Алмаз – это графит, который пролежал миллионы и миллионы лет под давлением. А теперь открывай. Ой, мать, карандаш. Да, графитовый. И когда-нибудь он обязательно превратится в то, о чем ты так мечтала. В настоящий бриллиант. С днем рождения тебя, дорогая. Живи миллион лет. Ну что же, господин Прошкин, я прочла рукопись вашего нового романа «Грязные мысли». Прочли? Я вот до конца так и не дочитал. Ну и как вам? Вы поймите, мы издаем книги для юношества. Мы должны прививать юному поколению идеалы чистой любви, чистых помыслов, идеалы возвышенных отношений между мужчиной и женщиной. Ну, у меня там как раз про это. Ну, про это, про отношения. Я не скрою. У вас есть очень занятные, очень интересные и очень жизненные места. Но посмотрите, с чего все начинается. Стоял мрачный, дождливый день. Они испачкались в грязи с ног до головы, пока дошли до своего убогого грязного жилища. Она упала на грязный тюфяк, и он, не сняв грязные сапоги, фу, это не подходит, фу. Ну, можно переписать. Как? Ну, можно так. Стоял теплый солнечный день. Ну, прекрасно. Граф и графиня вошли в Ольков. Ольков потрясающий. Он усыпал супружеское ложе лепестками роз. Ну, замечательно. Графиня упала на атласные подушки. Граф снял сапоги. Все,
Прелестно. Все, вот так и оставим. А дальше? Дальше ничего менять не будем. Дальше-то как раз все то же самое. Ну, разве что можно повторить несколько раз. Мой дорогой, сегодня 23 февраля. Я долго думала, что тебе подарить. И решила сделать тебе сюрприз. Сюрприз? Ты мне? Да. Сегодня даже ты хотя бы раз в году можешь почувствовать себя мужчиной. Серьезно? Ну, делай со мной все, что ты хочешь, все, чего ты так хотел, но боялся об этом попросить. Правда? Я даже не знаю. Вот все, что я захочу. Все, все. Все твои самые сокровенные фантазии, самые скрытые, потаенные мечты. Тогда знаешь что? А я сегодня с тобой выпью. Так, ну что, это ваш компьютерный класс, да? Да, да. Чудесно, просто чудесно. Виктор Иванович, как инспектор РАНО хотела поинтересоваться, а это правда, что с тех пор, как вашу гимназию провели высокоскоростной интернет, детишки здесь буквально днюют и ночуют, правда? Да. А правда, что эти детишки в основном посещают только такие сайты... Вы понимаете, какие? Да. Это правда? Правда, правда. Ну, это ужасно. Ну, вы знаете, мы сначала тоже так думали, но, с другой стороны, теперь о строении человеческого тела дети знают практически все. Да и уроки анатомии стали лишними. Да что вы говорите? Да. Черт его знает, а может, это и хорошо. Таким образом, снижается нагрузка на детей. Увы, это не совсем так. Пришлось вести дополнительные уроки ботаники. Ботаники? Да, дело в том, что настоящих растений дети уже почти не видят. И поэтому приходится на примере людей объяснять им, как происходит опыление цветов. А, да. Как людей? Да, у нас уже целый компьютерный альбом составлен. Эти такая коллекция всего. Слушайте, знаете, так и сяк, и так. Заинтриговали. Виктор Иванович, покажите. Просто потому, что я по основной специальности ботаник. Да. Только потому, что ботаник. Да. Пожалуйста, я думаю, таких тычинок вы еще никогда не видели. Ой, господи, и всего-то. Угу. Виктор Иванович, тут есть один сайтик. Ой, господи, боже мой. Ну, типа групповое опыление.